Приветище, это Супраленд, и это наше, точнее, мое пятое кораблекрушение. Чтоб мне муравьи в штаны залезли, ну что ж я буду делать, все никак не могу отсюда улететь. В общем, ладно, выбираемся, снова идем по ходу к нашим профессорам, которые снова сделают мне ракету, и которая, возможно, снова потерпит кораблекрушение. Так, вначале давай здесь все обыщем. Наверняка здесь что-нибудь есть. Ага, конечно же есть. Косточки. Почему косточки? Почему здесь не монетки? Эх, пойдем теперь в эту сторону. А тут овраг. Но я, в принципе, могу допрыгнуть до той стороны. Сейчас мы это сделаем. Вот таким вот образом. Теперь прыгаем наверх. Ага. А тут у нас, собственно, ничего и нету. Печально, грустно. Абламентус. Полезли вниз. Будем бежать в Оранжбург. Надеюсь, у нас получится это. Ну что ж, каким же макаром в этот раз мы переберемся на ту сторону. Все возможные наши уловки, которые были в прошлый раз исчерпаны, они исчезли. Как будто специально сам этот ребенок-бог убирает их. В общем, ладно. Этот чувачок нам пишет, что если бы я мог перепрыгнуть через эту стенку, то... А в принципе, почему я не могу перепрыгнуть? У меня же есть шикарнейший куб-прыгун. Давай-ка мы попробуем. Здесь, возможно, будет слишком высоко, но надо попробовать. Только вперед, только вверх. Вот так вот, и все. Вот мы перебрались. Мне, в принципе, больше ничего не нужно. Смотри-ка. Если я сделаю вот так вот. Нет, так не прокатит. А как мне туда добраться? Возможно, только кубом. Да, скорее всего, получится. Так. И... Есть, забрались. Наконец-то эта монеточка. Монеточка у меня в карманчике. Зашибись, все монетки здесь собраны. Но я надеюсь на это, что они все собраны. Так, вроде бы здесь больше ничего. Как я перебрался в прошлый раз туда? Конечно же, через кнопку. Вот эту красную кнопочку я нажал, двери открылись, и я туда пробежал. Сейчас попробую это осуществить еще раз. Пластырем все заклеили. Это точно проделки того бога-пацанчика. Бог-пацанчик звучит как не очень. Так, 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 ладно, пойдем спросим совета. Здорово, отпиратель дверей. Чё скажешь? Ну вот, допрыгались. Теперь безопасность очень серьезная. Возможно, она не огнезащищена, но ты же не будешь это проверять? Ну, я даже не знаю, почему бы не проверить. Мне же нужно туда как-то пробраться. Но проблема вся в том, что у меня нет огня. Как насчет бластером расплавить эту пластиковую дверь? Не. Шиш там видел. Шишел, мышел. Вышел. Так, ладно. Картоночки тоже не прожечь. Как быть, что сделать? Хотя насчет огня я, возможно, поспешил. Вот тут вот у нас свеча горит. Там картон. Как бы нам это все реализовать? Подожди, какая свеча? Какой картон? У меня же есть этот меч, который открывает все двери. Я про него забыл. Давай постучим. Open the door. Эй. Походу, эта штука дверью не является. Очень-очень интересно. Кстати, в комментариях мне писали, что если я подойду к самому первому продавцу, он там мне что-то интересное продаст. Поэтому давай-ка мы вернемся в самое начало. И вот мы в самом начале. И вот он продавец. А у него ничего нет. А как насчет постучать в дверь? Ты не знаешь мой секретный стук. И никогда этого не узнаешь. Ах ты засрань, у тебя секретный стук. Ну ладно, фиг с ним. Я все равно к тебе туда уже пролазил. Но тут, кстати, все заклеено теперь, смотри-ка. Тоже пластырем. И вот здесь вот есть дверь, смотри-ка. Ну-ка. Нет, туда так просто не пройти. И как бы мне узнать, какой у него стук? Че ты за мной палишь, а? Короче, я вернулся к нашему птичьему фанату. Он тут развлекается. И знаешь, что я тут нашел? В прошлый раз я этого не заметил, а сейчас нашел. Тут есть вот такой вот потайный проход. Хо-хо-хо. Так, и что мы тут имеем? А, здесь у нас злодеи-скелетоны. Сейчас я их... Есть! О-о-о-о, опасненько со всех сторон, со всех щелей. У него такой меч огромный был. Он мог меня, в принципе, распилить напополам. Я же всего лишь пластик. Ну все. Нифига себе, смотри, какая там штука молотит. Так, а давай кубик сюда закинем. Посмотрим, что с ним будет. Кубик, шмобик. Хоп. Прикол.
Прикол, прикол. Сейчас пролезем туда. Но сперва нужно тут все собрать. Все осмотреть и собрать. Так, так, так. Нет тут ничего тайного и секретного. Есть вот это местечко. Там просто косточки. Но залезть туда все равно охота. Переключатель от этой двери находится вон на той стороне. Там тоже скелетоны бродят. И нафига ее открывать? Ради двух косточек? Че заморачиваться? Где? Ладно, пойдем туда. В молотильню. Прям хочется туда залезть. Сунуть свои ноги. Залазим. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо было пригнуться. Размозжили мою бошку об мои ноги. Так, хорошо. Хорошо. Но я, конечно, вздрогнул. Это было стрёмненько. Очень стрёмненько. И такой звук переломленных костей. Прям очко. Ладно. Сейчас я, короче, попробую, знаешь что? Кинуть туда свой шарик. Пригнуться, конечно, можно тоже. Давай присядем. Так, надо вначале запрыгнуть. Подожди. Ловим момент. Садимся. Вот. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Все равно. Все равно. Я понял. Даже в приседе пролезть там не вариант. Придется катить шарик. Так, я не понял. Кубик вылетел. Ну, ладно. Не страшно. Надеюсь, наш шарик докатится туда, куда нужно. Давай, катись, 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 катись. И там свались. Падай. Есть! Все, отлично, мы перебрались. А здесь нас уже ждут. Здорово. Лысая башка, дай пирожка. Так, так, так. Танечки. Можно залезть наверх, смотри. Сейчас мы это сделаем. Но сперва здесь нужно все обыскать. О, смотри, там скелетоны трутся. А что это вы там третесь, а? Косточками обмениваетесь? Сундук. Отличная находка. Сейчас я вас... Фига себе, супермен. Супермен из скелета. Это мощно. Ну что, полезли за сундуком. Опа. Что же у нас здесь? А у нас здесь скорость регенерации X2. Это очень полезно и очень ценно. Здорово. Теперь я регенюсь намного шустрее. Но молотильня меня все равно разбомбит. Регенерация не поможет. А тем временем мы лезем наверх. Все выше и выше и выше к небесам и звездам. Что у нас тут? А тут цветочки желтенькие. И косточки я там где-то видел. Валялись, тут ничего нету. Черт подери. От меня все скрыли. Это заговор. Ой, промахнулся. Там вот наверху косточки, да? Да, я же знал, я видел. И чё? И чё мы сюда приперлись? Ради чего? Ради косточек? Странно. Ну, это была секретная локация. Косточки мы собрали. И фиг с ним. Почесали отсюда дальше. Предлагаю перелезть вот здесь вот. Тут есть небольшой кантик. О! Фига себе. Ну-ка, а тут что? Максимум здоровья плюс 5. Нифига себе, через дровяк. 42 хп. А как все начиналось? Ты помнишь, с 30 хп? Вроде с 30. Ну что, пойдем, наверное, попробуем открыть вот эту штуку и заберем оставшиеся косточки. Здорово, пацаны! Как жизнь! Скелетонская. Все. Жизнь прошла, и молодость ушла. О, еще один. Красава. Че, где кнопочка, которая открывает это все нам сюда? Он стоит на этой кнопке. Наш слепой слушатель. Вот, он стоит на этой кнопке. Что-то нужно сделать. Я даже знаю, что. Так, он подпрыгнул. Это хорошо. Это хорошо. Так. Нужно как-то сюда, я даже не знаю. Как-то его столкнуть, что ли. О, есть одна идейка. Смотри-ка. Делаем тут куб. Ну, это не совсем то, но давай попробуем. Он подпрыгивает, и все равно. Ладно, я к тебе вернусь, но потом. Короче, бегаю, я тут блуждаю, и наконец посмотрел верхний правый угол, где написано, что мне нужно взломать дом коммунистов, то есть вот этот вот домик. А тут он хорошо забаррикадирован, и без кодового стука туда не войти. Но мы помним с тобой, что рядом с этим домом есть люк, в который в прошлый раз мы смогли пробраться, но без нашего прыгучего куба я дальше пройти не смог. Что ж, давай снова туда залезем. Сейчас я быстренько перекрашу вот этот вот шарамба в фиолетовый. Вот так вот. Вот он наш фиолетенький шарик. И сейчас мы лезем в подвальчик. Надеюсь, что в этот раз мы сможем пролезть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, кастуем сюда наш квадратик.
и полезли. А тут заперто. Что ж такое-то? Подождите-ка. А если я постучусь? Отпирай! Капец! Раньше тут не было заперто. И как быть, что делать? Подожди, а вот эта кнопка что делать? А, точно. Она открывает двери. Хо, я уж это, пересрался. Думал, как быть дальше. Итак, мы находимся сейчас... А, так я ж тут был. Чё я туплю? О, а вот этой штуки тут не было раньше. Двери открылись. Ёшки-макарёшки. Здоровенный сундук. И чё тут? Ну-ка, нюк. Это же МакГаффин! Шлёп мои подмышки. Офигеть, у нас здесь МакГаффин! Штормить меня в стороны! Как мы видим, двери здесь закрылись. Сработала ловушка. И первая головоломка с МакГаффином. Вот так вот это все делается. Хоу. Вот мы и вылезли. Так, а здесь ничего больше нет интересненького? Не, вроде ничего нет. Ну все, чешем отсюда на своих двух пластиковых ногах. Тут нам куб нужен. Ой, промахнулся. Опа! Здесь кто-то сдох. Я прям чувствую этот запах. А есть кнопочка, которая отпирает двери, а? Блин. А как мне... А, вон туда нам нужно. Давай сделаем мостик. Почесали. И куда мы вылезем, интересно? Тут тоже кто-то сдох. Чьи-то останки. Я-то думал, тут выход есть. А ни шиша тут нету. Так, а как нам открыть дверь? А-а-а, чё я туплю, как нам открыть двери? Вот таким вот образом мы не откроем дверь, потому что у меня не фаербольные... вот, всё. Сейчас будет фаербольный МакГаффин у меня. Так, пуляем туда. Ееее! Ух, сколько там пепла. Ну все, полезли туда, делаем мостик. Еще один. И мы прошли. Так. Ну а дальше все по старинке, мы уже отсюда выбирались. Опачки, вот мы и попали в дом этого коммуниста. Так, нам нужно, чтобы он дверь открыл. Чё за дела? Как ты у меня дом оказался? Я захейчу тебя! Обманули дурака. Ты думал, я туда не проберусь, да? Вот так вот. Будешь знать, как прятать от меня мое оружие. Ну, дальше-то мы уже с тобой понимаем, что делать. Сейчас мы при помощи свечи сожжем вот эти вот картоночки. И спокойненько попадем в Оранжбург. Так. На старт, внимание. Не, не то. Насчет пли. Пли! Ну-ка. О, да, все погорело. Но вопрос в другом, как мне туда все-таки залезть? Там у нас есть золото. Золото, чтобы до него достать, нужно высоко подпрыгнуть. Вот так вот. И мы нашли лазеечку. От нас не утаить ничего. Та-да, мы снова здесь. Как там наши друзья, которые воцаряют глобус. О, здрасте. Че, как у вас дела? Че вы тут тусите? О, они здесь значок повесили. Пойдем, зайдем. Так, что происходит? Ребята, о чем базар? Я отправил шпионов в мастерскую Хильдегарда. Даже если ее мотивы сомнительные, ее данные могут быть полезны. Да, сферический сир. А ты-то куда, головастик недоделанный? Боже мой, здесь нет никого тайного, кого я должен найти. Так, надо пойти и предупредить королеву, что ее данные хотят взломать. На нее покушаются вообще. Королева! А, подожди, давай вначале в полицейский участок зайдем. Open the door! Есть кто дома? Эй! Так, полиции дома нету. Ну вот. Наверное, они все у королевы. Королевы! Вас снова две, да? Жалко, что вы так стремитесь убежать отсюда, незнакомец. Вы могли бы стать отличным принцем Оранжбурга. Походу, вас не волнует, что скоро вас взломает. Ладно, не страшно. Так, в подвал я не собираюсь идти, пойду-ка я, пожалуй, к профессору схожу.